грызунов на подтопленных территориях. Об этом заявил главный санитарный врач страны Геннадий Онищенко. Крысы и мыши являются переносчиками опасных для людей болезней, как известно. А в период наводнений грызуны мигрируют из дикой природы в человеческое жилье. Там они находят пропитание и спасаются от воды. Экономика Египта страдает от резкого сокращения потока туристов. За последнюю неделю количество прибывающих пассажиров